Աղի ժողովրդի ինքնորոշման եւ անվտանգության համար մրգված Արցախյան ազատամարտի արդյունքների պաշտպանությունը. Армения должна занять место в 20 сильнейших армий мира, иметь одну из спецслужб, по своей эффективности входящих в десятку сильнейших спецслужб мира. Многие из вас спросят, а почему Карабаха нет в этих планах? Ответ очень прост. Карабах – это Армения, и точка. Хочу пригласить ее в Карабах. Она может быть нашей гостьей, мы знаем, как принимать гостей. Мы можем обеспечить Мугам, она может послушать, выпить чаю. Но если Мехрибан Алиева под желанием послушать Мугам в Карабахе подразумевает войну, то заверяю, что эта мечта останется неисполнимой. Если они начнут войну, то, вероятно, появятся новые территории, где слушать Мугам станет мечтой. И каждый из нас обязан подарить себя лишь одной цели, и имя этой цели — победа. Имя этой цели — победа. Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак. Подпишитесь на наш канал «Будро Ньюс» и будьте в курсе всех событий.